Нам поаплодируют все девушки, которые есть в шоу-баре «Мадагаскар». Все вместе поаплодируют. А теперь дальше. А теперь только мужчины. Мужики есть? А теперь пускай поаплодируют все остальные. Ну что ж, наркоманы тоже люди, мы продолжаем. Итак, дамы и господа, представьте себе, старая бабушка получила пенсию. Старая бабушка получила пенсию, не разбирается в пластиковых карточках и приходит в банк. Водочелочек, здравствуй. Здравствуйте, бабуля, здравствуйте. Мне пенсию перечисляют на пластиковую карточку, внучочек. Не разбираюсь я в этих пластиковых банковских карточках. Не мог бы ты посмотреть, сколько там у меня денежек на счету? Конечно, конечно, бабуля, сейчас посмотрим. Бабуля, у вас на счету 8 миллионов рублей. Ох, блядь, не перечислили еще, суки. Шутить на тему старых бабушек Передуни. И так представьте, старая бабушка вот 100 с чем-то лет звонит в секс по телефону. Все вкурили? Бабушка звонит в секс по телефону. Алло. Да, бабуля. Это секс по телефону? Да, бабулечка, это секс по телефону. Это точно секс по телефону, внучочек? Конечно, конечно, бабулечка, это секс по телефону. Ты готова? Да, внучочек, начинай. Ты точно готова, да, бабуля? Да, внучок, давай, и прими, внучочек. Ну все, слушай. Колбаса, 20 копеек. Хлеб, 10 копеек. Ой, да, внучочек, не останавливай. Ну и наконец, проезд, бабуля, проезд, без вас. Прощаю.